Хочу поделиться с вами еще одной моей видеоработой вместе с, пожалуй, самой лучшей школой иллюстрации, которую я знаю. Хотелось бы сказать в Москве, но мне кажется, в СНГ даже эти ребята просто делают самые лучшие мастер-классы. Это школа «Братец Лис». Вы можете увидеть ссылку на их сайт в описании. В этом видео я покажу, что сняла на мастер-классе такого английского, ну, шотландского художника Ангуса Макьюэна. В целом, что могу сказать? Это человек, который вдохновляется моим, пожалуй, любимым художником, одним из любимых, Эндрю Уайтом. И для меня было большим открытием, что Эндрю Уайт писал... Вообще, я всегда пыталась понять, чем он писал, и было открытием, что писал он темперой, акрилом, где-то акварелью, вот, чтобы получать такую реалистичность. Ну, приятного вам просмотра. Естественно, чтобы понять полностью все секреты, лучше сходить на мастер-класс в школу, действительно классную школу, познакомиться с ребятами, которые этой школой занимаются. Пожалуй, только так будет лучше всего понятно. Ну, а видео в целом дает представление о работе и позволяет вдохновиться. Есть еще более расширенная версия. Она на YouTube-канале школы «Братец Лис». Вы можете зайти туда и посмотреть. Можете послушать отзывы других участников о мастер-классе. Ну, более расширенная версия. Там есть интервью художника. В общем, приятного просмотра. Thank you.